В регионах активно продолжается акция «Таза Казахстан». На этот раз в Шымкенте на неделе в общенациональной акции приняли участие более 1000 человек. Уборку провели в 6 местах города. Участники мероприятия очистили берега рек Кошкар-Ата и Бадам. Обновили старые игровые площадки многоэтажек, заменили искусственные газоны мини-футбольных стадионов и привели в порядок старые деревья города. Жители видят откуда-то, что выполняют просьбы других и спрашивают у нас, а почему нам так не делаете? Нужно понимать, что мы все делаем по графику. Помимо этого, мы проводим ремонт и укладку асфальтового покрытия на всех внутриквартальных улицах.